В селе Владимиро-Александровское десятки жителей, волонтеров и юные лесничие вышли на высадку с сада памяти. У мемориала партизанской славы энтузиасты посадили около 70 молодых кедров. Акции ежегодные проходят в преддверии Дня Победы. По всей стране планируют высадить 27 миллионов деревьев в память о 27 миллионах погибших в годы Великой Отечественной. В партизанском округе эта акция прошла впервые. Мы посмотрели у завода. Да, мы учимся у лесников. Они уже более опытные, и нам как раз нужен этот опыт. Ну вот, в лунку садим кедр, заливаем водой, засыпаем землей и еще раз поливаем. То есть нужно много воды, чтобы было чем питаться.